Значит, у нас есть некая ситуация. Форма воспроизводит себя как форма, то есть как причина содержания. Форма воспроизводит себя как причина содержания, которая становится в этой форме. Форма сознает себя причиной тем способом, что воспроизводит себя в качестве причины. То есть здесь нет опять ситуации созерцания. Форма сознает себя причиной тем способом, что воспроизводит себя в качестве причины. Форма первее как причина. Собственно, она и сознает свое первенство, свое причинение тем, что воспроизводит себя в качестве причины. В результате содержание принимает вид множества. Здесь опять-таки способ, что важно, форма сознает себя определенным образом, и для таким образом понявшей себя формы содержание предстает определенным образом. В данном случае форма сознает себя причиной тем способом, что воспроизводит себя причиной. Для таким образом осознающей себя формы содержание предстает как множество. Сначала форма сознает себя, пускается в рефлексию, а затем содержание предстает для этой формы как множество. Что значит множество? Странно, что не удается найти другого слова. Разлука. Ну, между другими они тоскуют по себе, по своей полноте, осознавая неполноту. Но множество есть разлука. Ну, вот мне тоже приходило в голову это слово «одно», «другое», «другое», «другое». Исходным отношением является одно и другое. Но не в том смысле, что они разные. Здесь трудность. Дело в том, что они не разные. Это множество совершенно одинаковых вод. Вот. Они все не различены. То есть по содержанию не различены. Содержание одно и то же. Может быть, это атомизм. Чем отличие атомизма от этого, от одного Парменида? Атомов много. Но каждый атом, как бы своего рода, претендует на вот это вот одно Парменида. Нет, это сразу как только я возникает в момент появления другого. Пока есть одно, нет ни я, ни другого. Это же колоссальная травма. А потом наступает разлука, то есть творение этого мира. Но появление я и другого – это акт творения.
И а материал этого мира, ну, Вселенной нашей, пространства, это вещество разлуки, то есть ничто. Ну и поэтому нет никакого космоса. Ну ты почитай сначала, вот это метафизическое рассуждение, а не экзистенциальное. А в атомах, Булат, есть различия. Почему они одинаковые? Они различаются по размеру, объему, форме и прочее. Нет, можно предположить такой атом, который вот один, его просто много и все. Ну нет такого атомизма в истории философии или в истории науки. Ну, у нас же метафизический атомизм. Атомизм, в котором есть нечто одно, но тем не менее оно почему-то множество. Не, не совсем так. Метафизика включает обязательно небытие. Ну, мион должен быть. Если нет небытия, это становится онтологией. Ну, исключение небытия, получаем онтологию. А потом исключаем онтологию, остается гносеология. А потом ее исключаем, остается филология. Ну и вот где мы сейчас присутствуем. Жень, ты отсутствовал на предыдущих семинарах, поэтому тебе надо сначала послушать, о чем тебе, а потом делать комментарии. Ну ладно. Так и просто это. Иначе перед дискуссией ни во что превратится. Вот, обсуждаем это несколько раз. Вот я текст даю, можно пока знакомиться потихонечку. И так как-то входить постепенно. Значит, вот одно, другое, причем оно другое в силу того, что форма воспроизводит себя в качестве причин. Когда форма сознает себя причиной тем способом, что воспроизводит себя в качестве причины, возникает множество. Но вот меня немножко смущает, что больше нечего сказать. Слово есть, а заменить его нечем. Я попытался заменить одно другое. То есть вести. Но другое, оно сразу становится другим в определенном смысле этого слова. То есть оно становится именно другим. Разным. То есть мы в таком случае сразу укладываем различия и все. Это очень хорошо и красиво. Когда в предметах мы узнаем только различия, ничего кроме. Но у нас какое-то метафизическое различие, потому что это различие не дано эмпирически. Это просто различие. Одно и другое. При том, что мы не можем указать, действительно, в чем другое. Этого мы не можем указать. Ну и ладно, достаточно просто другого. Если мы возьмем просто вот ситуацию, нечто иное, в классических терминах, то мы задаемся вопросом, что, собственно, означает это различие, нечто иное. Потому что мы не можем сказать, в чем это различие. В классических терминах у Гегеля. Но все равно, если мы рассуждаем в этих терминах нечто иное, мы всяко не можем сформулировать различие. Иное не в этом смысле, а просто нечто иное. И вот мы говорим нечто. И иное дают нам понятие множество. Или понятие различия как такового. Мне все как-то мне кажется, что понятие различия и множество. То есть понятие различия может заменить понятие множество. Я этим словом не пользовался. Но если еще раз понять различие как не различие в чем-то, это будет совсем другой термин, а просто различие, то не то же ли это самое, как множество. То есть одно другое и многое, не является ли это синонимом? Я все искал синонимы.
Ну, во всяком случае, если... Кроме различия мы ничего не осознаем. Ситуацию указывания вот-вот-вот, кроме различия мы ничего не осознаем. Еще раз, форма осознает себя причиной тем способом, что воспроизводит себя причиной. И для так понимаемой себя формы содержание предстает как множество. Множество конечных предметов, которые ничем не разнятся, но составляют множество. Предметы ничем не разнятся, но при этом составляют множество. Вот такая ситуация, которую я попытался... А предметов действительно много или просто один и тот же предмет? Воспроизводишь же... Форма фактически воспроизводит свое воспроизведение, как получается, что она множится, а не предмет. Ключом является ситуация воспроизведения. Воспроизведение. И воспроизведение, я читаю, но повторение воспроизведения вновь и вновь, очевидно, заключает в себе два разных смысла. С одной стороны, четвертая цифра. С одной стороны, это возвращение к одному и тому же, без перехода к чему-то иному, новому. В этом смысле всякое указывание, вот, берется безотносительно. Смотрите, как мы понимаем. То есть это сторона, то, о чем вы говорите, сторона воспроизведения. Это есть воспроизведение. Это воспроизведение есть, когда мы на самом деле воспроизвести, значит, повторить. Но, в общем-то, понятно, что это сторона. Если мы вдумаемся в эту сторону, мы поймем, что это только сторона, потому что возвращение к одному и тому же без перехода к чему-то иному, новому, опять-таки, мы имеем не... Не одно вот, а одно вот, одно вот опять было бы созерцание. Знаете, одно вот было бы созерцание. То есть провал. Парменидово вот можно созерцать. Это круглое бытие, огонь, который вполне поддается созерцанию. У нас одно единственное вот, с одной стороны, это возвращение к одному и тому же, без перехода к чему-то иному новому. В этом смысле всякое указывание вот берется безотносительно, без связи с другим указыванием. И формой является одно единственное вот, взятое само по себе. То есть одно единственное вот у нас существует как момент воспроизведения. Оно действительно, если мы возвращаемся все время к одному и тому же, в опыте воспроизведения. Опыт воспроизведения – это опыт отчасти, с одной стороны, один аспект его. Это повторение одного и того же. И поскольку это повторение одного и того же, то оно не связано с другим вот. То есть для нас это единственное безотносительное вот существует как повторение одного и того же. Не как созерцание, а как повторение одного и того же вот. Оно никак не связано с каким-либо другим
повторяемого вот. Что-то я отвлекся на секунду, и вы странные вещи говорите. Как это не связано ни с каким повторяемым годом? Там же весь смысл движения в том, что мы воспроизводим себя в качестве причины, и не просто вот, а в качестве следующего, то есть некоторого вот, которое имеет отношение с предшествующим полаганием. То есть оно не может быть безотносительно. И вот это вот бесконечное воспроизведение следующее составляет некоторую, как мы договорились. Игорь, тут нет следующего, еще нет следующего. А, стоп, мы еще до следующего. До следующего находимся. Цифра 4. Так, тогда еще раз какой момент. Мы воспроизводим себя в качестве причины, вот. И... Вопрос в том, что это означает. Это означает, что мы полагаем что? Мы полагаем множество. Множество? Сразу? Да. Воспроизведением, вот-вот-вот, мы полагаем множество. Не, я сначала, как вы сегодня заговорили об этом множестве, я подумал, что множество это является абстракцией уже следующего. Нет. Нет, 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 просто множество. Содержание становится в форме. Форма сознает себя причиной содержания. Содержание становится в форме. Так. Это становится как одно, естественно, потому что содержание, форма тождественна себе, и содержание. Ну, как содержание одно. Становится тождественным себе. Да. Поскольку оно становится тождественным себе, оно поглощает форму как причину себя. Да. Это один аспект. Аспект. Да. Потому что становление одного – это самостоятельный опыт. Угу. Становление одного в тождественной форме – это самостоятельный опыт. Если форма равна себе, как ей положено быть. Я есть я. Форма тождественной себе, то в этой форме предмет становится... как тождественный себе предмет. Поскольку он... И теперь смотрим стороны этого. Угу. Одной стороной является то, что поскольку по мере того, как предмет становится, он поглощает форму как причину себя. Да. Другой стороной является, что форма удерживает себя в качестве причины. Каким образом? Путем воспроизведения себя в качестве причины. И это опять самостоятельный опыт. Поглощение формы себя в качестве причин дает нам ничто. Ну да, но самостоятельный опыт воспроизведения себя в качестве причины – это же и есть следующее. Просто по-другому я не могу этот опыт осознать и проделать. А, и вот у меня получается иначе. Когда я говорю, что я воспроизведение множество, и есть как бы множество упорядоченное, как следующее. То есть какой-то еще шаг добавлен. Ну, вдумайтесь сами ситуацию воспроизведения себя. Еще раз. Сознать себя причиной, значит воспроизвести себя в качестве причины. Все. Это дает просто последовательность событий. Вот. Никакого следования тут нет. Никакого следования тут нет. Просто вот. Оно не одно следует за другим. Оно просто дает нам некое множество. А куда девался аргумент о том, что полагание безотносительного вот не позволяет удержать себя в воспроизведении причины? Потому что сейчас вы говорите о том, что воспроизводится безотносительный вот. Я так не говорю. Вы это и говорите. А что еще? Ну, множество, в котором каждый отдельный элемент как бы безотносительный другому.
такое как рыхлое множество. Я говорю следующее по сути. Неупорядоченное, так можно сказать. Повторение, воспроизведение вновь и вновь. Форма воспроизводит себя вновь и вновь. Вот опыт. Воспроизведение вновь и вновь, очевидно, заключает в себе два разных смысла, то есть две стороны. С одной стороны, это возвращение к одному и тому. Вот и все. Сначала мы должны пережить, осознать опыт. Вот, 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 вот. В котором мы говорим, что это множество или просто разное. Без указания на то, в чем различие заключается. Чистое различие. Просто разное. Просто множество. Ну тогда нет различия между этими полаганиями вот, и нет вообще, собственно говоря, никаких оснований говорить, что тут какое-то множество. Просто повторение полагания вот. Это даже не воспроизведение, потому что для того, чтобы быть воспроизводящим себя в качестве причины вот, я должен тем самым удерживать связь между своими актами воспроизведения. Иначе просто эти акты не являются воспроизведениями. Что в свою очередь, как бы отражается на вот тем способом, что вот становится относительным, вот становится следующим. И я не понимаю, что... А мы раньше говорили, что вот не бывает просто вот, а вот-вот-вот всегда. Опыт не вот, а вот-вот-вот. Собственно, Олег Михайлович просто этот опыт вот-вот-вот более подробно... Вопрос, конечно, все вокруг него крутится, но вопрос в том, как толковать этот самый вот-вот-вот. Что ты воспроизводишь? Безотносительное «вот» или то «вот», которое уже трансформировано в следующее? Это две стороны воспроизведения. Это просто две стороны воспроизведения. Две стороны воспроизведения, но только одна из этих сторон позволяет удержать меня как воспроизводящую причину. Да. Ну вот. Ну так мы двигаемся последовательно. Мы сначала зафиксировали опыт «вот-вот-вот», вполне себе нормальный опыт. Но в нем нет воспроизведения как воспроизведения. Нет, просто воспроизведение и... есть, оно просто неупорядочено. Просто некого рода опыт, так и называется, вот-вот-вот. И поэтому состоит опыт. Не вот опыт, а вот-вот-вот. Ну, раньше у нас раньше не было никаких проблем, когда мы говорили, что опыт состоит не одно вот, а вот-вот-вот. А потом мы уже говорим, что этот вот-вот-вот как-то упорядочен, как в смысле следующего. Нет, просто как я... Нет, изнутри, конечно, он уже упорядочен, но мы как бы же постепенно раскрываем же. Да, и это все так. Просто как я раньше понимал логику здешнего движения. Действительно, общая ситуация вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, безо всякого конца и края. Да, не вопрос. Ставится вопрос, что мы воспроизводим? Мы воспроизводим вот или воспроизводим себя в качестве причины вот? Ответ. Мы воспроизводим себя в качестве причины вот. Теперь вдумаемся в то, что нам уже удается это воспроизведение. Да? Это уже некоторый опыт. Вдумаемся в то, каким образом этот опыт происходит. Да? Что в этом опыте делает его возможным? Каково условие этого опыта? И двигаемся дальше. Условие, да. Последующее воспроизведение. Совершенно верно. Оно должно быть именно воспроизведением. То есть, что такое, да? Я должен понимать, что мой акт – это не просто полагание «вот», а это воспроизведение «вот». Да? Тем самым, я должен удерживать отношение к своему предыдущему акту полагания «вот», такого же, но другого. Да? И тем самым, вот это вот-вот, которое я полагаю, тоже оказывается относительным предыдущего положенного вот. То есть, таким образом получается, что мой акт воспроизведения, именно потому акт воспроизведения, что он соотносится с предшествующим актом, и то, что я полагаю, тоже соотносится с предшествующим положенным. Вот это вот,
соотносящееся с предшествующим, именовалось и именуется следующим. Вот, вот эту логику я понимаю. Да? А сейчас Олег Михайлович говорит что-то совершенно другое. Я не могу понять, как это возможно. Да, этот в некотором смысле общий исходный опыт вот-вот-вот-вот-вот, да, но мы же как бы погружаемся в основание этого опыта, и мы не можем сказать, что просто, ну, тупо производится вот, безотносительное. Потому что если вот безотносительное, тогда я не могу удержать себя в качестве причины. Так, я тебя не удерживаю. И не удерживаю, ну, так... А так, цель-то была удержать себя в качестве формы. Ну, так, поэтому мы и переходим к следующему. Мы же именно переходим. То есть мы имеем, вы сами говорите, имеем опыт бесконечного вот. И это нормальный опыт. На нем можно жить, спать, больше вообще никуда не двигаться. Да. Вот, но наше движение в чем заключается? Что в этом самостоятельном опыте есть одна сторона, которая мертвая, мертвяк. Да. И вы говорите, как это возможно? Как сторона возможно, как опыт. Ну, как нет. Сторона. Ну так на ней. Я говорю, она невозможна, в том смысле, что на ней нельзя задержаться. Там нечего делать. Так и я то же самое говорю. А, но вы говорите еще другое. Вы добавляете сегодня, что вот на этой мертвой стороне, на этой мертвой стороне, уже есть некая множественность. Некоторая множественность. Уже здесь, как бы до шага следующее. Вот что странно. Откуда здесь взяться множественности, если непонятно, ты воспроизводишь, ты полагаешь вот, или ты воспроизводишь вот. Вот тут-то же этого непонятно, а стало быть, откуда здесь возьмется в простом полагании вот множественность? Ну, потому что эта сторона воспроизведения. У нас есть самостоятельный опыт, бесконечный. Вот, вот, вот. Его сторона не может быть одно вот. Никак. Его сторона может быть только вот так. С одной стороны, это возвращение, повторение воспроизведения вновь и вновь, очевидно, заключает в себе два разных смысла, две разных стороны. С одной стороны. Это возвращение, воспроизведение – это возвращение к одному и тому же, без перехода к иному, новому. В этом смысле всякое указывание вот берется безотносительно, без связи с другим указыванием. И форма является одно единственное вот, взятое само по себе. Однако взятое безотносительно вот не является формой, не может быть мыслимо в качестве самостоятельного опыта. То есть мы пришли к ничто. А то, что воспроизведение заключает в себе возвращение, мне кажется, это несомненно. Просто это мертвая сторона воспроизведения, которой нужно осознать как сторону и избавиться от нее. Потому что воспроизведение и в самом деле заключает в себе этот момент, который мыслим только как момент. Воспроизведение – это повторение того же самого, возвращение к тому же самому. Разве нет как момент? Это разве не очевидно? Момент этот очевиден. Я не понимаю, почему там в этом же моменте мы понимаем, что имеем дело с множественностью. Вот что странно. А мы не понимаем. С этой стороны всякое указывание вот, берется безотносительно, без связи с другим указыванием. Вот. То есть мы не понимаем, что это множество. Ага. А, тогда все. Тогда у меня все складывается. Это у меня текст такой коротенький. Надо учить наизусть и распевать, как сутры. На пятый год распевания ты что-нибудь поймешь. Ну, по крайней мере, написано вот так, если вам можете указать на недостатки самого текста. В этом смысле всякое указывание вот берется безотносительно, без связи с другим указыванием. И форма является одно единственное, вот взятое само по себе. Однако взятое безотносительно, вот не является формой и не может быть мыслимо в качестве самостоятельного опыта. Форма, как мы уже сказали, является не вот, а вот-вот-вот.
А это предполагает, мы двигаемся дальше, да? Угу. То есть вот это вот возвращение к одному и тому же не дает нам множество. Действительно не дает нам множество. Дает нам безотносительное вот, но существующее не как созерцание. А вот таким интересным образом, как лишенность формы. Форма не сознает себя причиной в этом вот, который является возвращением к тому же самому. Связи нет, и поэтому нет множества. Но отсутствие множества существует как воспроизведение одного и того же. Отсутствие множества существует как воспроизведение одного и того же. Нет, можно сказать, что множество есть как бы в себе, но еще не явлено для себя. Это ситуация, исходная ситуация, ситуация именно множества, в которой мы выделяем аспект, который мертвый. Возвращение к одному и тому же, без связи с чем-либо иным. Это ветвяк, но он есть. Воспроизведение. Форма, как мы уже сказали, является не вот, а вот-вот-вот. И это предполагает, что с другой стороны, мыслится переход от одного вот к другому вот, от указывания к указыванию. Но то, на что указывается, то есть новый конечный предмет, ничем не отличается от предыдущего, поэтому мышление перехода от одного указывания к другому. Форма мыслит, иное точно такое же, или следующее. Мысля переход, мы мыслим следующее. Мысля переход, мы мыслим следующее. Переход – это самостоятельный опыт, который вполне может мыслиться. Итак, сначала мы имеем множество, или иное, я надеюсь, что это слово тоже все-таки заменяет множество. Не знаю, как вы скажете, но вот иное другое. Инаковение, можно сказать. Инаковение. Ну, разлука. Разлука, да. Но не разлука кого-то с кем-то, а просто разлука. Ну, я это имел в виду. Материал мира. Когда мы мыслим переход, мы мыслим следующее, и тем самым двигаемся к новому самостоятельному бесконечному опыту мышления. Следующее. И вот здесь мы заперлись в прошлый раз. Возник вопрос, можно ли это считать порядковым счетом. И что это вообще такое? Следующее. Основной аргумент заключался в том, что любое вот мы берем безотносительно, прямо из середины. Но давайте еще раз подумаем. Если предпосылкой для следующего является множество, предпосылкой для следующего является множество. Сначала, на самом деле, сильный аргумент, если мы не имеем единицы. Не имеем единицы, поэтому как бы все равно откуда начинать, середины, где эта середина. С любого вот начинаем и двигаемся. Здесь выросла неясность. Потому что нет единиц. Но, говорю я, если предпосылкой является множество, то есть вот, причем я это в прошлый раз говорил, а если предпосылкой является множество или одно иное, то что?
то как мы можем рассчитывать на единицу? А для нас наверное, можно положить первое. Взять любое и положить. Оно не ложится как первое. Если Саша говорил об этом, и Игорь говорил, и, в общем, трудно возразить. Оно как первое не ложится, не обосновано. Что значит любое взять за первое? Потому что оно как связанное со следующим будет уже. То есть нужно проследить связь не, это как бы не между двумя, а между тремя. То есть надо положить как бы первое, потом с ним связанное второе, и с ним как бы... Иначе говоря, нужно сделать как-то следующее следующего. И тогда уже после третьего, это следующее следующее, можно уже положить как просто общий вес. На самом деле, я тоже так думаю. То есть я что думаю? Что при количественном счете, порядковом практическом счете, единица является не единица, а отношение предыдущего и следующего. Вот-вот, исходом является еще раз множество, вот-вот-вот. И мы хотим упорядочить, то есть одно понять как следующее, другое как предыдущее. Нам это удается. Если мы мыслим переход от одного вот к другому вот, то тем самым мы мыслим следующее. Мысль переход к другому вот, мы мыслим следующее. И это отношение, и то, откуда совершается переход, тем самым мыслится как предыдущее. Далее. Ну, да. Давайте вместе, потому что мне трудно дается это. Итак, поскольку исходом является множество, то в качестве как бы первого вот можно взять только элемент множества, который никак не является единицей. Просто элемент множества. Другого вот в нашем распоряжении нет. Если есть вот-вот-вот в качестве предпосылки, то если мы начнем с какого-то вот, то он будет просто элементом множества, любым. Просто ничего другого нет в нашем распоряжении. Просто элемент множества. Но мы мыслим теперь переход от этого элемента к другому элементу. Мы мыслим этот элемент, чтобы помыслить следующий, поскольку мы мыслим переход. На самом деле в математике он ведь счет как задается? Сначала задается нечто, что называется натуральным рядом. Потом говорится, что все, что подобно этому натуральному ряду, то как бы считается, то счетно. То есть натуральный ряд есть своего рода одновременный ряд, а с другой стороны и некого рода принцип счета как такового. То есть получается это одно и то же, а следующее будет то же самое. Нет, другое. Но самое интересное, что задается в математике, это так действительно, что сначала задается первый элемент. Потом задается операция, да, перехода ко второму элементу, а потом n плюс 1. Да, n плюс 1 задается. Все.
Вот эти три операции, они полностью задают все, весь ряд. Но n плюс 1, на самом деле, да, это как бы превышает наши сейчас возможности. Мы не можем так задать. То есть понятно, что в математике нет такой проблемы. У них сразу количественный ряд как бы наложен на счетный ряд. Но вот на ряд натуральный ряд мы же, наверное, можем получить безотносительно. Потому что, вообще говоря, исходным является именно некого рода натуральный ряд, который, вообще говоря, не предполагает никаких операций. Потому что он является основанием всего. И, собственно, подобие этому натуральному ряду, я еще раз сказал, называется все, что подобно натуральному ряду, называется счетным. То есть вот, то, что можно посчитать. Можно? И же это инъекция, инъекция, биекция, отображение на, отображение в. И взаимооднозначное отображение. Эти же воспроизводства, они так к этим, да, относятся. Но это что же из теории чисел? Это другое какое-то. У нас это уже как бы какое-то сравнение. У нас пока нет никаких сравнений. Нам бы задать сначала ряд. Ну, одно отображается в другое. Но это я просто так, правило, это я так объясняю, что такое счетность, да? Что, и как правило, без потерь. Счетность в каком-то смысле это подобие натуральному ряду, да, это некого рода операция более сложная, чем вообще задача самого ряда. То есть можно задать, сначала надо задать ряд, а потом сказать, что все, что подобно этому ряду, называется счетным. То есть его можно посчитать. И выясняется, что рациональные числа можно посчитать, то есть дроби все можно посчитать. То есть много что можно посчитать, очень мало, ну как бы есть там нечто несчетное, но оно как специфическое там. Не, несчетное. Континуально есть нечто континуальное. Это понятно, что больше всего, но много что нам кажется бесконечным, на самом деле можно посчитать. А это вот эту змейку рисовать, да? Ну да, там змейку нарисовать, да. То есть, в некотором роде вот понятие, оно называется натуральный ряд, да, то есть вот некого рода есть ряд, который настолько интуитивно ясен, что его даже вести трудно. Просто натуральный, поскольку как бы дан нам природой. Ну, а что такое природа? Последний вопрос. Ну хорошо. Значит, как я пытался это сделать, значит, единицы. Является отношение последующего и предыдущего. Поскольку мы мыслим переход, мы мыслим следующее, тем самым мыслим отношение следующего и предыдущего. Но особенностью этого движения, потом опять следующее. Особенностью этого движения является то, что переход к следующему совпадает со самим следующим, что не отличается. Переход не отличается от следующего. Следующее есть, переход есть построение следующего, поэтому мыслить переход и мыслить следующее одно и то же. Он еще не выделен как переход. Мы мыслим переход и все. Тем самым мыслим следующее. Что это означает? Это означает, что мыслить переход и мыслить следующее одно и то же. Мы уже получили следующее, но еще не получили переход, как явленное опосредование. Есть одно и следующее. Теперь уже не другое, а следующее. Почему? Потому что мы мыслим переход. Но мышление перехода мы не различаем сам переход от того, к чему переход совершает. Получается, мыслить следующее, значит, мыслить переход. Мыслить переход, значит, мыслить следующее. Ну, так это объясняет, как множество образовалось. А когда оно упорядочено? Да. А в чем его упорядоченность? Если упорядочиванием является просто вот эта связка последующего и предыдущего, не, факт ментальности. Факт ментальности. Это
относит тут плохо, по-моему, потому что это же все положено, это и полагаемое, и воспроизводимое. О, сколько всего неполагаемого? Не, у нас но, только полагаемое. Ну, которое хочется, чтобы было. Именно в таком смысле. Ну, это да. Саня, может, не получится ли так, что этот следующий будет на самом деле один? Ну, точно так же все встанет, как бы, да. Именно потому, что мышление перехода и мышление следующего совпадают, да, мы имеем становится. Новое следующее, которое является следующим по отношению к предыдущему следующему. А почему следующее будет новое, а не то же самое следующее? Каждый раз просто воспроизводится следующее и все. Почему как бы будет переход к новому следующему? Почему у следующего возникнет следующее? То есть надо вывести понятие следующее-следующее. Это надо отсюда. Потому что потому было, что мы мыслим переход. Так вот надо два перехода удержать, чтобы следующее-следующее было. Надо понимать, что то следующее было предыдущее, следующее по отношению к новому следующему. То есть переход это надо удержать два, а не один. Потому что удерживая один переход, мы просто каждый раз будем воспроизводить ситуацию следующего и все. Мы просто получим этот ряд, который порядочен как следующий. Хорошо, а если удержим два? Тогда у нас будет, что будет? У нас тогда будет следующий следующего. Ну и что? Ну что это будет принцип того, на самом деле, что каждый раз новое следующее. Так оно и так новое. Ну, если само полагание этого следующего, то есть. Черт, как это называется? В общем, мышление следующего есть полагание следующего. То есть, да, я мыслю вот это следующее и тем самым полагаю новое следующее. Да, это вот просто один акт. Не, ну у нас вот раньше и все. Поэтому проблемы с новым нет. Не, у нас было как? Одно раньше было, да, и у нас было разделение. Либо это одно и то же одно, либо это одно каждый раз новое. Ну да. Здесь так же. Либо это следующее, точно так же одно. Не, а здесь это вам либо не каждый раз новое следующее. Потому что, смотри, если бы мы воспроизводили изолированные, безотносительные вот, то тогда было бы место этому вопросу, когда мы так не... Не, мы движемся по ряду, но каждый раз это следующее это воспроизведение одного и того же принципа следования. Нет, но он же нет, он поменялся. Мы воспроизводим не просто вот, а мы воспроизводим следующее. А следующий находится в отношении к предыдущему. Правильно. И поэтому мы просто воспроизводим принцип это предыдущий, следующий по всему ряду. Ряд, да. Конечно, движется, но как бы сам принцип предыдущего, следующего стоит. Принцип стоит, он не развивается. Принцип стоит. Да. Так, чтобы раз принцип развивался, чтобы ряд образовался натурально, нужно, чтобы был следующий, следующего. Чтобы и сам принцип точно так же двигался. Чтобы каждый раз новое, следующее. Не просто новое одно, а новое, следующее. Так оно новое следующее и есть. Нет, я понимаю, к чему это. Просто следующее. Одно и то же, каждый раз воспроизводится следующее, хотя оно новое, но следующее не новое. Оно просто следующее и предыдущее. Принцип следующего и предыдущего просто воспроизводится, и все. На каждом новом одно. Ну, оно же, нет, ну, понятно, можно тут долго припираться. Если форма содержания это одно и то же, оно не может быть? Не одно. В данном случае одно и то же, потому что переход к следующему и следующее одно и то же. Мышление перехода к следующему есть мышление построения следующего как следующего. Ну вот, а если данность формы и данность содержания это одно и то же, а между ними не может быть вот эту причину? Не очень понял. Если бы, Влад, если бы было отношение самостоятельное от следующего, есть некое отношение, которое мыслится как, ну, некое посредование. Вот еще посредование, и есть следующее. А посредование есть некий такой вот принцип, который может мыслиться сам по себе.
тогда, может быть, мы действительно имели бы ситуацию какую-то странную. Мы воспроизводим этот принцип, и непонятно, то ли мы действительно одно и то же воспроизводим, или разное. У нас другая ситуация. У нас принцип построения следующего совпадает с самим следующим. Переход. Мы мыслим переход, тем самым мыслим следующее. Это одно и то же. Значит, следующее мышление, следующее мышление отношения к предыдущему совпадает. И составляет некую такую вот целостное звено, единицу счета. Только счет не выйдет, я чувствую, ряд получится следующего, а счет не получится. Как счет-то получится? Каждый раз будет это следующее, а счет-то где? Если чтобы у нас был каждый элемент этого счета разным. Если новое следующее является следующим по отношению к предыдущему следующему, то счет получается, если это так. Если новое следующее, оно не может быть тем же самым, потому что первое следующее мыслится в отношении к предыдущему, поэтому еще одно следующее уже не может мыслиться снова в отношении к предыдущему. Оно является мыслиться отношением к предыдущему следующему. А это предыдущий, совсем другая картина. У нас такого нет, просто предыдущий и следующий есть. Как следующее стало предыдущим? Для того, чтобы оно было предыдущим, следующим, должно быть три. Нужно удержать переход один и удержать переход второй. Тогда оно будет предыдущее и следующее. А так оно просто предыдущее. Каждый раз предыдущее. А то со следующим каждый раз следующее. Нет никакого предыдущего и следующего. Это же на самом деле своего рода парадокс, как может быть предыдущее и следующее. Его надо удержать в троице, чтобы доказать, что оно было следующим когда-то, а теперь стало предыдущим. Мы утеряли следующее. Информацию о том, что оно было следующим. Давайте подумаем, Булат. Следующее мы мыслим в отношении к предыдущему. Да. Причем следующее неотличимо от отношений. Неотличимо. Можно ли эту ситуацию повторить, или мы должны все-таки говорить о новом следующем, которое уже относится к тому следующему, которое находится в отношении к предыдущему? Мне кажется, второй вариант. Если вообще первое следующее, вообще отношение, первое отношение предыдущего и следующего, если в этом отношении следующее мыслится как отношение к предыдущему, поэтому отношение не берется самостоятельно, но следующее мыслится в отношении к предыдущему, то новое следующее должно относиться к тому следующему, быть следующим по отношению к тому следующему, которое относится к предыдущему. Так оно статус того, что оно было следующим, на предыдущем шаге утеряло, оно стало просто предыдущим. Каждый раз следующее утеряет свой статус. Как статус-то сохранен в следующем? Я говорю, что должно быть два перехода, чтобы предыдущий и следующий оставил статус своего следования. Иначе каждый раз оно, конечно, следующее, но когда становится предыдущим, теряет свой статус следующего, следующий становится предыдущим. Вот мне кажется, что не теряет. Я даже не могу как-то это защитить. Мне кажется, что если следующее мыслится в отношении к предыдущему, то еще одно следующее уже не может мыслиться к первому. Оно и не к первому мыслится, конечно, просто оно мыслится к предыдущему своему. Но то предыдущее, которое оно мыслится, ничего другого, кроме как предыдущим, не является. Потому что каждый раз воспроизводится одно и то же. Предыдущее и следующее, и все. Нет никакого предыстории, потому что мы на бесконечном ряде находимся. Нет предыстории. Ну как же нет предыстории, когда следующее, то есть это нечто, связанное отношением с предшествующим? Ну правильно, следующее, предшествующее, предшествующее. Любые пару бери, везде один предшествующий, другой следующий. Все. И все, и весь ряд упорядочен тем способом, что любая пара имеет предшествующий и следующий. Все. Как сказать, что на самом деле есть следующий и следующий? Это как связаны эти пары? Бесконечный ряд пар, поэтому с любого момента можно начать. Один предыдущий в этой паре, другой следующий. Как же связаны сами мы пары? Мы же полагаем не статичные пары, предыдущие, следующие. Мы полагаем каждый раз следующее, которое автоматически переходит вперед. Так вот поэтому это надо, для того, чтобы это сделать, как мне кажется, нужно удержать предыдущий шаг. Удержать предыдущий шаг следования и перейти к следующему следующего.
удерживая следующего, и в этом смысле что? Ну, а потом как бы распространяя как принцип, да. Не, я думаю, что здесь, вот, кстати, хорошее слово. Мне кажется, что здесь именно мы это полагание вполне можем удержать как принцип, и тем самым мы можем двигаться по этому ряду. Он, конечно, у нас такой, не вполне упорядоченный, в том смысле, что там нет точки отсчета, нет начала. Но мы вполне понимаем принцип построения этого ряда, и мы можем по этому ряду двигаться в обе стороны. То есть, как бы, как полагая все время новое, так и откатываясь назад по этому ряду. Именно потому, что мы понимаем принцип его построения. Вот, мне кажется, это хорошее слово. А каким образом из этого тем самым вытекает уже количественный счет, да? Ну, то есть не количественный, а какой? Количественный. Количественный счет? Нет, сейчас порядковый, да? Порядковый. О порядковом идет речь. Ну, тогда он зачем вытекает? Если мы понимаем, что возможно следующее следующего, то мы имеем ситуацию 2, которые после одного, и 3, которые после 2. Потому что в порядковом счете ничего, кроме после, нет. Ничего, только вот эта последовательность после. Не больше. Никоим образом не больше. А просто, ну да, да, там количественного соотношения нет между. Да, ними. Просто следует за. Это следование. Да, если мы получаем 3 элемента множества, то количественный счет просто уже вырез. А вместе с ним, кстати говоря, и натуральный ряд чисел. Потому что натуральный ряд чисел не требует, видимо, не требует увеличения, а требует только порядка. Раз, два, три. Три за вторым. То есть 10, которое за девятым, оно не больше второго, которое за первым. А, то есть вы полагаете, что просто натуральный ряд чисел – это то же самое, что порядковый счет? Да. Фу. Влад, еще раз, ты как-то вначале говорил, как там оперируется в математике. Значит, что нужно, чтобы задать натуральный ряд? Ну, первый элемент нужно задать. Так. Операцию перехода. Операцию перехода. Ну и переходы это с n от первого. N плюс первый элемент. То есть принцип перехода как такового. Ну да, принцип. То есть нужно. Первый элемент и принцип перехода. Первый элемент и принцип перехода. Да? И этого достаточно для натурального ряда. Любого, да. Ну, класс, да, тогда вы правы, Олег Михайлович. Ну, по-моему, n плюс 1 даже не дает различия между порядковым и количественным счетом. Ну да. Это да, вообще ничего ни о чем не говорит. Ну да, но главное, что это... Просто я не думал, что и в математике понимается совпадение натурального ряда и порядкового счета. А получается, что... Не, ну так любой ряд, там разница между рядами только в операции, и все. Ну да, ну да, просто натуральный он самый такой важный. Там содержание определяется операцией. Ну, для натурального, для порядкового счета нет операции. И не может быть. N плюс 1 – это количество. А для порядкового счета операции нет. Не, ну N плюс 1 – это… Он просто задается. N плюс 1 – это просто номер. Это когда 10, не больше 2. Да, вот от номера N. Да, не больше, никоим образом. Да, это… Или это 10 и 2, вот так вот. N плюс 1. И этим они равны. Да, N плюс 1, который в натуральном ряду – это просто правило перехода от одного элемента ряда к другому. И все. А у вас есть как бы другое правило. Ну, просто есть вопрос, я думаю, в формулировке. Я да, не думаю, здесь что операции здесь... нету. Вообще нету. Нет, да, порядкового счета нет оператора. Да. И не видно, как он может быть. А именно он задает самое натуральное. Нет, бирция есть. Взаимно однозначное соответствие. Но это тоже в теории. Сравнения еще никакого нет здесь. А? Ну, биекция – это не сравнение. Это не сравнение. Это отображение, значит, все это функция. Так, хорошо, вернемся все-таки вот к ситуации, которую Булат оспаривает. Значит, мысля переход, мы мыслим следующее. Мышление следующего, оно следующее совпадает с мышлением перехода.
Поэтому я говорю, что это единица счет. Отношение следующего и предыдущего – это единица счет. В этом смысле Аристотель говорит, что 2 – это малейшее число. Наименьшее число – это 2. А 2 может мыслиться только в отношении к одному. Поэтому, строго говоря, не 2 является наименьшим числом, а отношение 2 к 1. 2 следует за 1. Я бы назвал это единицей счета, по которому мы так тоскуем. То есть мы считаем переходы, а не сами эти. Да. Одно. Да, счет это переход. Следующий – это переход, да. Вообще, понятие следующего, оно одно только в порядковом счете понятие следующего. Как тут может быть что-нибудь еще, кроме перехода? Количество переходов это задает, как, собственно, этот порядковый счет. Да, совершенно верно. Один задается как предшествующий двух. Два задается как последующим за одним. И это и есть единица счета. А 3 – это то, что относится к двум, как следующее за двумя. И то, что мы имеем 1, 2, 3, это и означает, что следующее у нас находится в отношении к предыдущему, поэтому новое следующее будет относиться, будет следующим следующим. Вот и вся моя мысль. Следующее находится в отношении к предыдущему, поэтому, говорю я, новое следующее будет следующим следующим. И все, тогда уже порядковый счет вот он. 3 просто за 2, а 2 за 1. Следующее мыслится в отношении к предыдущему, и поэтому новое следующее будет следующим следующим. И больше ничего говорить о порядковом счете не нужно. И это время. Это время. То есть первое упорядоченное счетное – это время, да? Да. Все время уже упорядочивает. Ну, так оно и есть. То есть наш мир, по крайней мере, в том смысле, Михаил, что уже упорядочен во времени. Где есть время и пространство, там нет хаоса. Пространства еще нет, но время уже появляется, потому что следующее – это и есть время. Они одновременно? Ну, не получается одновременно. Пространство получим месяца через 2. Ну, идем по тексту, который уже написан, и даже и пройден уже. Ну, когда-нибудь получится и пространство. Получалось у нас когда-то. Но не сейчас. Потому что вот, если бы оно было одно, оно было бы пространство. Потому что оно имеет границу. И поскольку форма является не вот, а вот-вот, то пространство мы не удерживаем, мы вместо пространства имеем нечто другое. Одно и иное, или многое. Но это не пространство и не время. Ну там же граница-то вот одного, не пространственные же. Мы же так вот тоже обсуждали. Там же не пространственная граница вот. Там же какой-то просто граница совсем другого смысла. Не, граница это и есть пространство. Да, есть разные виды границ. Есть граница пространственная, когда сравнивается одно и другое. Так вот, до такого мы можем дойти только через 2 месяца, да? А есть граница, которая не пространственная. Как граница между полаганием и. Ну и понятия.
Так что одно – это не пространство. Так и не время. Тем более, это одно бесконечное такое, в общем, но нет никаких границ. Нет, время – это отношение к себе. Удерживание себя вчерашнего в сознании. То есть, пока есть одно, нет времени. Ну, на мой взгляд. Но это отношение одного к себе. Ну, в некотором роде, да. В общем, это отношение... Время возникает, когда появляется другое, а как только появляется другое, появляется разлука. То есть пространство. Но обретение я и другого – это одно и то же. Нет, ну, это моя болтливость в самом начале. Просто пространство – это другой тип отношения, чем тот, что... В точности то же самое. Сейчас. Нет, не думаю. Вернее, как, ну, это одна и та же травма, вот. Ну, если в таких терминах угодно. Ну, мне угодно. Я не знаю, может, что-то лучше будет.